Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Шановні друзі, Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та бібліотеки Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва давно і тісно співпрацюють у напрямку популяризації послуг, що надаються місцевою владою. Про одну з таких послуг ми сьогодні говоримо з нашими гостями. І я рада привітати. Це Олена Нікіпєлова, головний бібліотекар Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, і Віталій Федорак, адміністратор Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Доброго вам ранку. Привітаю вас. Я знаю, що ви тісно співпрацюєте у напрямку сприяння, полегшення надання послуг для миколаївців, для електронних послуг, так як ось полегшити взаємодію влади и городян. Действительно так. Мы очень давно, достаточно давно работаем с Центром предоставления административных услуг Николаевского горсовета. И спектр как бы точек соприкосновения у нас достаточно большой. Но сегодня мы хотели бы поговорить об одном сервисе, очень удобном для горожан. Это онлайн-консультирование по вопросам получения административных услуг. То, чем сейчас занимаются библиотеки централизованной библиотечной системы и Центр предоставления административных услуг. Шановні друзі, я думаю, що ця розмова буде дуже корисною для всіх миколаївців, тому що якимось чином ми всі потребуємо взаємодії із місцевою владою. І ось це може бути полегшено найближчим часом. Зараз ми подивимося невеличкий ролик, а потім продовжимо розмову. Сучасне життя вимагає сучасних рішень, тому ми обираємо е-урядування. Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради нещодавно розпочав свою роботу і готовий стати вам на допомозі. Тепер стало набагато простіше вирішувати адміністративні питання. Крок перший. Ви йдете до Центру надання адміністративних послуг. Крок другий. Стаєте до електронної черги і без зайвих хвилювань чекаєте на запрошення. Крок третій. Подаєте адміністратору заяву і необхідні документи. Крок четвертий. Визначений термін, отримуєте результат щодо свого звернення. Крок п'ятий. Відтепер розумієте. Це нормально, сучасно, швидко і зручно керувати своїм життям за допомоги електронного урядування. Партнери Центру надання адміністративних послуг – бібліотеки Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Електронні послуги стають ближчими за адресою сусідньої бібліотеки. Ваше є життя – сучасно і зручно. Дзвоніть та приходьте до Центру надання адміністративних послуг і до бібліотек Миколаєва. Отже, сьогодні ми говоримо про конкретну послугу. Мені хотілося б, щоб ви більш докладно про неї розповіли. І чому саме, яка мета її втілення в життя? Сейчас мы работаем над оказанием такой услуги, над предоставлением горожанам услуги онлайн-консультирования по получению административных услуг. В чем, собственно, заключается этот сервис? Сейчас любой горожанин, не приходя в центр, может получить полноценную консультацию специалиста, сидя за экраном компьютера в ближайшей к месту его жительства библиотеке. Таких библиотек выбрано 18 по городу, в том числе в отдаленных районах города. И чтобы вот, получить общее представление о куда идти, с чего начать, какая процедура выполнения вот той или иной административной услуги, которую нужно вот конкретному человеку, он может все эти вопросы задать консультанту через формат скайп-общения и, собственно, получить уже полное представление о том, значит, как будет выглядеть вот, предоставление ему этой услуги. Значит,
Много сторонников у нас появилось за эти два месяца. Мы работаем уже в таком полном объеме октябрь и ноябрь. Опробировали эту услугу мы еще в начале лета. И тогда много людей откликнулось и задало вопросы. И уже реально люди получают, значит, ну, получают эти услуги уже с полным пакетом документов, приходят в центр предоставления административных услуг и получают эти услуги. Нужно сказать о том, что люди как бы оценили этот комфорт, оценили удобство, поняли, что это бесплатно, что это доступно. И таким образом, значит, новых вот желающих записаться на такие консультации появляется в библиотеках очень много. Мы таким образом снимаем вот то напряжение в центре предоставления административных услуг, когда человек первый раз обращается в любом случае, чтобы получить консультацию. Он не может прийти уже с исчерпывающим, скажем, перечнем документов и сразу обратиться к администраторам. Он получает общее представление. Вот то общее представление мы, собственно, и даем вот посредством такого онлайн-сервиса. Полегшуєте спілкування. Віталія, я так розумію, що ви знаходитеся по той бік екрану і спрямовуєте потік людей у необхідне русло, так? Скажіть, будь ласка, з якими запитаннями найчастіше до вас звертаються люди? Большинство вопросов, с которыми обращаются люди во время скайп-консультирования, можно разделить на две группы. К первой отнесем земельные вопросы. Скажем, это вопросы приватизации земельного участка под домовладением, либо вопросы аренды земли, коммунальной собственности. Ко второй группе относятся все эти вопрошания, связанные с регистрацией имущественных прав. При это этом... довольно серьезные запитания. Так точно. В целом же спектр вопросов, с которыми обращаются люди, достаточно широк. И в последнее время активно даже спрашивают люди о том, как создать организацию совладельцев многоквартирных домов. Или, скажем, даже как наладить один из маршрутов общественного транспорта в городе. Исходя из того, что масштаб действительно велик, и некоторые вопросы на данный момент, с которыми обращаются люди, пока что не входят в компетенцию Центра административных услуг, руководством было поставлено, руководством центра, я имею в виду, было определено две ключевых задачи вот этого скайп-консультирования, проекта в целом. Мы уже начали говорить о том, что мы хотим сориентировать человека, и чтобы он не боялся прийти, да, вот первый момент, чтобы он чувствовал себя комфортно. Дать человеку возможность понять, какой перечень документов примерный должен быть собран для того, чтобы получить желаемую услугу. Кроме того, попытаться человеку дать представление о том, с чего ему начинать этот процесс, чтобы получить желаемый результат. Отже, люди добрі, якщо ви зібралися приватизувати земельну ділянку або організувати громадську альтернативу власному ЖЕКові, то вам треба до бібліотеки. Я правильно розумію? Да, действительно. Можно обратиться в любую из 18 библиотек филиалов централизованной библиотечной системы, где работают центры обслуживания граждан. Каждую среду с 15:30 до 17:00 вот такие консультации мы оказываем. Яким чином відбувається подібна консультація? Це треба, і треба на неї завчасно записатися. Желательно, да, желательно заблаговременно записаться, чтобы попасть вот в это время, чтобы, значит, ну, была возможность получить полноценную консультацию. Записаться можно в любой библиотеке централизованной библиотечной системы. У нас есть буклеты, у нас есть флаера, в которых вот вся сеть библиотек представлена с контактами, с адресами. И, в общем-то, можно зайти на сайт библиотеки, и, ну, эта информация есть во многих источниках. Таким чином розвантажуються коридори владні, по-перше, а по-друге, ну, знищуються певним чином черги, чи створюються черги в бібліотеці? Ну, знаете, мы как бы только рады оказать такую помощь и, в общем-то, сориентировать людей и обеспечить вот какой-то комфорт и...
удобства в получении таких услуг от органов власти. Мы вже не перше говоримо на цю тему у цій студії. Вже приходили анонсувати подібні послуги. Скажіть, будь ласка, як відгукнулися миколаївці на таку ініціативу? Николаевцы очень активно откликнулись. То есть есть потреба у таких послуг? Да, есть, действительно есть потребность. И те вопросы, которые николаевцы задают администраторам центра, они в какой-то степени отражают вот ту нашу реальную действительность в городе, какие есть вопросы в городе, вопросы транспорта, о чем говорил Виталий Васильевич, вопросы создания ОСНов и так далее, вопросы создания общественных организаций, которые будут заниматься волонтерской деятельностью. Это все компетенция ЦНАПа, и это все вопросы по адресу. А горожане вот выходят с такими вопросами, обращаются. И я уже, по-моему, сказала о том, что уже больше, ну, где-то порядка 100 человек вот за эти 2 месяца уже получили консультации. И мало того, они уже собрали документы и обратились в Центр предоставления административных услуг адресно, точечно, уже в их, скажем так, получение услуги в процессе. Тобто будете продовжувати ось це починання? Да, эта деятельность планируется продолжаться. Если будет меняться график, то мы об этом будем сообщать, опять-таки, во всех наших источниках, каналах распространения информации. И я думаю, ну, эта вся информация будет доступна. А скажите, люди яких категорий відгукнулися на ось це починання? На кого вона, власне, ця послуга спрямована? Ну, я не могу так, скажем, выделить какую-то конкретную категорию. Нужно сказать, что это все социально активные люди. Понимаете, люди, которые неравнодушны в какой-то степени к вопросам вот, жизнедеятельности города. Если они идут за услугой вот, касательно транспорта или там каких-то других вот таких вот вопросов благоустройства. Или же люди, которым вот, предстоит продать квартиру или там узаконить самозастрой или ну, какие-то вот такие насущные вопросы, которые просто им нужно вот решить, они и выходят с ними. Есть еще категория участники антитеррористической операции, которые имеют право законодательно, да, получить и земельные участки, которые имеют там право и стать на жилищный учет. Да. Вот такие люди тоже к нам обращались, и родственники этих людей. И Виталий Васильевич, и его коллеги давали очень компетентные, полные, такие развернутые консультации по получению. Следует сказать, я прошу прощения, так. Что иногда получается, что консультацию в библиотеке слушает, скажем, мама или какой-нибудь другой родственник, а приходит уже человек непосредственно и говорит, я лично имел возможность принимать пакет документов от девушки, которая сказала, что вот моя мама консультировалась, и я вот собрала необходимый перечень документов. Посмотрите, пожалуйста. Яким чином відбувається консультація? Наскільки я розумію, то це не бібліотекар консультує, просто хочу ще раз пояснити людям. Значит, консультация происходит таким образом. Допустим, житель Малой Коренихи, да, которому очень сложно добраться к нам, к сожалению, сейчас есть такая проблема, он может прийти в ближайшую библиотеку, которая находится в той же Малой Коренихе, сесть за компьютер и в определенное время, в определенный день этот компьютер в этот день, в это время настроен на связь, на видеообщение с администраторами центра. Человек задает свой вопрос, он может записать все, что ему объясняют, все, что ему говорят, какие документы, какая процедура, с чего начать, куда пойти и так далее. По другую сторону экрана, скажем, сидит администратор, который непосредственно, профильный администратор центра предоставления услуг, который непосредственно отвечает за это направление деятельности. Как бы на каждый вопрос. Каждый вопрос адресуется к профильному администратору, который может дать исчерпывающий и компетентный ответ. Правильно я так говорю? Абсолютно верно. А как только библиотека или филиал видит, какие сейчас вопросы у людей возникают, эти вопросы группируются,
И таким образом мы можем пригласить действительно профильного администратора, чтобы сразу этих несколько человек оказали консультацию непосредственно адресно. Таким чином, якщо відбувається запис, ви вже знаєте, які запитання будуть. Ми знаємо приблизно вже тематику вопросов. Ми цю тематику вопросов відсилаємо в центр предоставления адміністративних услуг. Там администраторы готовятся где-то, ну, там за несколько дней. И на скайп-общение они выходят уже подготовленными, сориентированными уже по тематике. И они могут уже, значит, ну, они уже владеют ситуацией, скажем. Так, мешканці центру міста можуть і не зрозуміти ось цю проблему жителя віддалених районів. І все ж таки, тим не менш, також таким чином можна і зекономити час і на дорогу, і на відвідування владних кабінетів, і отримати гідну консультацію. Які ще послуги у вас в проєкті? Можна вже подумати про це і запитати. Я можу навіть проанонсувати вам одну з направлень проєкту. Проєкт називається «Ніколаївцям популярно об адміністративних услугах», і його основна місія – це повышение проинформированности горожан о том, что такое, собственно, услуги, которые предоставляют местные органы власти, о той возможности, где их можно получить, как их можно получить, и о тех новых услугах, которые уже будут оказываться в электронном формате, то есть об электронных административных услугах. Вот. Одним из вот таких направлений проекта буквально с сегодняшнего дня запускается во всех вот библиотеках централизованной библиотечной системы изучение общественного мнения об вот, собственно, и понимание той ситуации, какая есть в городе вот, с предоставлением административных услуг и прощупывание готовности горожан получения электронных услуг, административных услуг в электронном виде. Это будет такое исследование методом анкетирования. Оно будет проходить на компьютерах, то есть электронная анкета будет появляться на компьютерах в библиотеках. Любой горожанин может прийти в библиотеку, заполнить эту анонимную анкету и отправить, значит, ее в социологический центр, который будет потом проводить анализ результатов и представит эти результаты общественности. По истечению вот проекта мы планируем это сделать где-то 8 декабря, представить результаты. Отже, вже дуже скоро. Да. Ну що ж, я дякую вам, шановні друзі. Ви зараз можете запам'ятати, що якщо у вас виникла побутова проблема, вам необхідно її вирішити і зібрати для цього певний пакет документів, то вам слід в першу чергу завітати до бібліотеки. Правда? Так і є. Дякую вам.